Здравствуйте! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Партнер программы «Прогноз погоды» – компания «Евростиль». Компания «Евростиль» предлагает пластиковые и деревянные евроокна, алюминиевые и пластиковые лоджии и балконы, и натяжные потолки, качество без переплаты. Вывоз мусора включен в стоимость. Адрес: Ленинградская, 25/14, Рембыттехника, 2 этаж, офис номер 37. Уличный шум и дорожную пыль оставит за окнами «Евростиль». По сообщениям синоптиков, завтра, 18 июля, в Печоре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью будет плюс 10-12 градусов, а завтра днем плюс 22-24. Уважаемые рекламодатели, разместить информацию в нашей программе вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 356-90. Информация дублируется на нашем сайте www.volnaplus.ru. Вы смотрели прогноз погоды. В студии была Елена Лисицкая. Всего вам доброго. До встречи.